Добрый день, дорогие друзья! С годами супружеской совместной жизни, чем дальше, тем больше, романтические подарки становятся более практичными. Вот и мне муж на 8 марта подарил такой вот блендер, миксер, два в одном, так сказать. И сегодня я хочу вашему вниманию представить очень вкусное блюдо, которое называется фреш. Фреш я буду готовить из фруктов. Для фреша подходят абсолютно разные, абсолютно любые фрукты. Здесь на столе вы видите вода, йогурт, кефир, яблоки, киви, банан, корица, ванильный сахар и селера, стебли селеры. Для начала мне необходимо помыть и почистить фрукты. Фрукты подготовила, помыла, почистила, нарезала. Значит, два киви, один банан, одно яблоко и отдельно стебель селеры. Теперь фрукты перемещаю в эту чашу. В эту чашу к фруктам добавляю воду, но не всю, немного. Накрыла крышкой, собрала эту конструкцию. Как я уже говорила, фрукты могут быть абсолютно разные. Мы делали и с апельсинами, и с мандаринами. Вырезали просто ту кожицу, которая внутри, и удаляли косточки. Сейчас это все я взбиваю. Можно делать, в принципе, только с водичкой. Для чего добавляется водичка? Чтобы немножко разжижить, сделать более такой консистенции. Не густой, а более такой питьевой. Поэтому добавляется водичка. Я сейчас буду это все взбивать, переминать. Звук очень громкий, поэтому я не буду, чтобы это слушали. Вода должна быть не из колодца, не из-под крана. Должна быть либо кипяченая, либо бутилированная, потому что вы же это будете пить. Когда хорошо все взбили, добавляем йогурт. Снова тщательно все взбили, перемешали. Почему здесь у меня кефир, ванильный сахар и корица? Это можно по вкусу добавлять. Если кто-то соблюдает фигуру, он может это делать с кефиром вместо воды, вместо йогурта. Также по вкусу можно дать чуть-чуть сахара ванильного, чуть-чуть корицы. Корица помогает жиросжиганию, разгоняет метаболизм, если кому-то это интересно. Также можно готовить не только с фруктов, также можно и с овощей готовить, когда будут огурцы свежие. Я делала морковку, добавляла, тоже с фруктами, очень вкусно было. Ну, в общем, все, что вы себе хотите, все, что вам нравится. Также бурячок, свекла. Ну, любой каприз, как говорится. Получилось 3 порции из одного банана, 2 киви и 1 яблока, а также добавление йогурта. Это очень ценный, очень полезный, очень нужный нашему организму в это время года, когда мы все так нуждаемся в витаминах, минералах, макроэлементах разных. Поэтому делайте себе такие напитки, будьте здоровы и счастливы!